Почему всем везет, а мне нет? Неоднократно задавали мы себе вопрос. Спешим вас утешить. Если вам на голову не падал кирпич, вас не жалила ядовитая змея или милиция не беспокоит ваше существование, значит, не все еще потеряно. И вы можете смело назвать себя везунчиком. Делится с вами пятерка самых уникальных случаев везения. С вами канал Манго Топ. Поехали! В этом описании счастливого случая главный герой должен быть благодарен не только фортуне, а еще и доброте дельфинов. Занимаясь однажды серфингом, Тодд Эндрис был атакован акулой, размеры которой превышали отметку в 5 метров. Он начал бить ее из последних сил по носу левой ногой, но ощущал, что долго его на такую битву не хватит. И тут он увидел, как его окружают дельфины, формирующие круг или иными словами защиту от акулы. Такой же геометрической фигурой они провели мужчину к берегу. Он был спасен и, наверное, до смерти благодарен за такой поступок. Ну а хорвата Франа Силака грех не назвать самым счастливым человеком в мире. В свои 80 лет ему явно есть что вспомнить. Неоднократное попадание в автомобильные аварии, возгорание автомобиля, крушение самолета, выпав из которого он опять-таки остался жив. Но и в завершение к этому всему, решив доказать на деле свою удачливость, он выиграл джекпот, прибыль с которого раздала семье и знакомым, сказав, что счастье не купишь ни за какие деньги. Ну а с этим нельзя не согласиться. Следующий случай юной американки хочется характеризовать цитатой из советской песни «Не везет нам смерти, повезет любви». Последнее, конечно, не факт, но с первым никто не поспорит. Брайана Хопсель в свои 16 лет может похвастаться большим везением. Однажды во время ливня, пытаясь закрыть окно, девушка стала объектом удара молнии. Но оделась она, как говорится, легким испугом, незначительной дрожью и небольшим потемнением на пальце в рук. Многие удивлялись удаче девушки и советовали ей сыграть в лотерею, но там, к сожалению, девушке не повезло. Все равно, наверное, к лучшему, что все вышло не наоборот. Ну а события, которые произошли под вторым номером, заставят позавидовать заядлых игроков в покер. В 1994 году Алекс Хемстри из Америки, находясь в одном из лучших казино Лас-Вегаса, имел за счастье дважды подряд собрать Royal Flush. С такой же вероятностью можно услышать чистую игру на рояле от обезьяны, продолжительностью в несколько минут, которая будет исполнять отрывки из Лунной Сонаты. А возглавляет наш список следующий случай. 5 декабря 1664 года произошло крушение корабля недалеко от побережья Уэльса. Все, кто был на корабле, утонули. Выжить удалось лишь одному мужчине по имени Хью Уильямс. Прошло более века, и на том же месте снова, 5 декабря, но уже 1785 года, затонуло другое судно. И единственным выжившим стал человек с именем Хью Уильямс. Но и это еще не все. 1860 года, 5 декабря, и опять-таки на этом же месте не повезло. Зло рыбацкой шхуне, после крушения которой выжил всего один мужчина, которому при рождении дали имя, не поверите, Хью Уильямс. И как говорил Юлиан Тувим, брось везунчика в воду, и он выпьет с рыбой в зубах. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик. И удача всегда будет с вами.